Илья, как будет по-английски пирамида? Пирамида. А на украинском? Пирамида. Реально народно. Вот это, знаешь, разные языки, но смысл один. Ты понял, да? Да, да, конус из говна. Бонус из говна. Конус. Почему конус из говна? Потому что пирамида. Денис, ты что вышел? Ты тащить перестал? А? В смысле? Великая пирамида, Бабан, иди сюда, блядь. Да. Сейчас. У нас финал, наверное, First Encounter уже. Ну, а тут минут 30-20 максимум. Ой, бля, я передумал, я пошел в снайпер и воин призрак 3. Который я удалил. Так, ладно, погнали. А, то есть без Ильи, без Вавана? Илья, давай, заходи. Сейчас я колки попью и такой захожу. Я вообще только пришел. Иди, блядь, ну меня там в этом, в Янакиево. Ой, понятно. Ой, в Янакиево. Погнали, короче. Илю, ой, куда? Ну давай я, блядь, к Стова твое сцена обстреляю из градов и посмотрим. Не, я буду честно воевать. Вообще честно. Музон. Хотя я его почти не слышу. И так нормально. Блин, эти арены, они... Не зеленый чувак. Вот такую сарему 500 надо. Ничего себе, скоро доктеги будешь воровать. Калки. Ну, тогда. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что такое? Откуда он палит? А, все. Музон на века. Вообще музон 10 из 10. Кстати, я посмотрел, вам понравился это. Че понравился? Ну тогда. Я такой, короче, ушел, посидел на троне. Прихожу, там охуеть, почему-то выкатили новую песню, сейчас точно писать. Да, это в описании к ролику было. Именно. Понятно, куда рассказывать. О, техкила. Ёбный позор. Вот это музон просто. Да. Всю жизнь слушал. Нет. Не, ну на музон. Илюх, ты где? Он еще не зарифмовался. Опа. Че, ПВП типа? Не. Да. Тут типа соревна со скелетами. А Денис типа скелет ебучий. Да. Космический десант 600 из 1000. Ну ща выполним. Ой, ебать, что за червь, пидор. Да ну нахуй. Понятно, червь, пидор. Так это червь, пидор. Люк, ты слышишь, этот музон классный? Как будто кто-то дубиной пиздит оркестр. Лёня с саными тряпками кидается. Не, музыка реально классная. Ну так никто ж не спорит. О, у меня 228 патронов. Не надо. Пока всякие педики играют в закрытую бету Ghost Recon, мы играем серьезно. Мы играем в открытую бету. В открытую, да. Новая версия CSGO. Не совсем. Классика Фенси. О, а вот и быти пидоры. О, Денис ебанутый пиш, ну все понятно. Ща будет ЧС дизлайк отписка. Без первого. Кострикон купил. ЧС дизлайк подписка.
мясо. Блин. Если бы так было просто мясо крафтить в Don't Starve. Надо уж. Прикинь, подходит к тебе бифл, а ты вот, блядь, такой с миниганом ебал. Ну так это было бы очень просто. Было бы. Не, было бы прикольно, если бы оружие реально добавить. Прикинь, такое бифл, думаешь, что обычной хуйню ты его будешь сейчас молотком там хуячить, а ты достаешь такой пустый ган. Вован, ты вообще читак, ты их бреешь, когда они спят. Это так задумано. Потом они просыпаются и такие: Вован! Чё за хуйня? Ебанутый! Хули ты творишь? Кстати, там же все персонажи на W, да, у них имена то. Можно Вована, значит, добавить. Вован. Вован. У них на W серый, правильно? В и W фраз. Ну ладно, ладно. Тогда Вадим Банников. Дропников. Подожди, ну там же нету буквы Д. В именах. Ну, он же Дауников, типа. Но на В. А, ну да. Это типа продолжение, да. На Вики. Да пидоры, сколько их. Да бонусная вот эта карта? Нет, не, она была. Или это просто мы это выживаем миллиард. Это просто нет, финальная глава. Это концовка на русском. Ёпта. Бля, скотина, блядь. Сука нах. Блядь, тут огромный просто шар перед тобой катается. Шары подкатили. И это еще не все. Дядь. О, мне, кстати, на быке сейчас имя Дениса было. Ну, поели я сто. Как последнее. Нет. Привет. На, блядь. Корова, блядь, перекачанная. Ну, 24 нормально. Этот музон вообще 10 из 10, конечно. Да. Денис съел бы. Стоит. Рука. О, чё за гомик, блядь. Чё за гомик топает? А, понял. А, ну да, опять из ниоткуда появились. Assassin's Creed 3. Колоп. Я опять за секреты. А, это типа все, да? Арена кончилась? Первая, да, из 400, например. Не-не-не. Какой же музон охуенный. Когда музыка слишком быстро будет, вот тогда, значит, скоро арена закончится. Но она быстрая, так что все. Ой, Вован, блядь, да, блядь, сюрприз! Это ловушка! Ремикс. Активирован трап? Да. Активирован. Да, вот это, да. Free to the... Бать тут. Интересно, а это в одиночку проходится точно так же или поменьше? Да. Да. Ну, не, по-моему, точно так же. Ебать тогда слово Украине. Ой, где вы был? Ой, Илья. Это конец. Блин, надо было Илья написать. Илюх, у тебя 100 хп. Да. Но нет, да, брони. На это надо было написать со слайного аккаунта. Слава. Одна ракета. Ладно, сделал рокет джамп. О, надо еще 90 рокет джампов сделать. Да, без проблем. Один хп, кстати. Отлично, рокет джамп сделал финальный. Где все колбы эти зелья? Во. Пожрали. Не-не-не, мне надо, у меня один хп. Блядский. Все, 26. 26 блядских хп. Да. Где же эти гомики? 5 хп. Это типа вот весь этот уровень, вот это вот музон, да, слушай? Нет. Не весь. А. Еще два.
Еще до 200 арен примерно не закончим. А сколько арен еще будет, мне нравится? Не знаю, я забываю. Ну как музыка очень быстро будет, тогда уже начнем. Еще одного у нас со скелетами и все. Пидорские скелеты. Черви пидоры. У меня есть дружок под золотой ворожок. Не слышали песню? Ну, только что, да, услышал. Это, знаешь, это тизер. К великому твоего хиту. Трека? От Александра. Нет. Антонова. Прикинь, Турл был бы упорот, как Некрасов. Мы все видюшки смотрел. Скрывал бамус. Ну да, и это тоже. Ну, Турл теперь на меня обижен, поэтому никакого... Что? Ну так я ему пишу, типа, закажи снайпера 3 и получишь бесплатный сезон пасс. Он говорит, бля, зачем? Мне надоело. Мне надоели эти шутки. Мне надоело это хамство. Прекрати! О, там секрет. Мистер Турл. Нет, 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 лес сзади. Ёб твою мать, блять, нахуй. Ну и пидорас. Давай его. Пидорас. Я думаю, мы этим вряд ли его убьем. Илья, беги, блять! Хули ты делаешь? Беги оттуда, Илью. Ты его точно не убьешь. Мне подхалка во второй части нравится, когда есть мини-версия этого уровня на одном из секретов. Если ты самого себя убиваешь, то стоит сыр, типа. Suicide Girls. Ну а если вот этого хера убиваешь, меня тебе тоже все пучка. Бейте этого хера! Нельзя пока. Ты все убили. Не-не-не, там этого другого. Вот что впереди. Который, да, не сзади впереди. Ебать, тут началось просто, ну, найс. Донецк. Ну, в Донецке еще хуже сейчас. Там, вообще... чувак ехал, ДНРовец ехал, короче, в машине с боекомплектом. Взрыв был такой силы, что там просто пиздец. Там вообще ментал. Там такая же херня ходит по Донецку. Ну, там взрыв был размером с эту херню. Или я опять сдох. Забей. Ух, ёбаный. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Лавапидоры, блядь. Да, ей. Мне надо хп подойти. О, нет! Слава Украине! Да, именно. Именно. Нам куда вообще бежать-то надо? Что вообще делать с ним? Ну, тут как бы не сложно догадаться, куда бежать. Ну, это понятно. А этого пидора с чего валить тогда? Всего. Так, все, что есть. Теперь не пофигу, не пофигу. Все понятно. Вот это фейерверки просто. А это что за даун сверху? Как на День Победы, блядь. Так, а кого он там блюет? А, на лаван. А наверху кто? Бля. Что за корабль? Ща, он подвинет корабль, на котором Сэм улетает. Ну, да. Сюжета не знаешь. Ой, вы ебаны просто вот сгнили нахуй, блять. Вот да, все, в каждом слове. Как гнили в Don't Starve просто уже они стали. Слова. Короче, достаем куколку. Где она там? Куколка. Вот она. Погнали. Ты хочешь его ядром убить? Ну да. Нет, он сейчас все равно восстановится, ему надо до башни дойти. То есть это зря, да? Ну не совсем. Не совсем зря, но. Короче, несколько стадий у него, да? Или просто рано. Он меня распахнул. Ой, Вован! Ой-ой-ой-ой-ой! Я не успел. А говорил профессионал. Вован, Вован. Так. Вован профессионал. Тут еще профессионал. Вованал. Вот это просто не знаю. Давай, гомик, давай, падай. Не пойдет он, пока не зайдет.
понятно, гомосети. Ну иди сюда. Хуя у него, блядь, дилда стреляет. У меня проблема 20 хп. А, меня тигр имеет в очку! Блядь, да... Бык в очку имеет. Да... Я не понял даже, что он меня прижал сначала. Погоди, теперь ты его можно убивать? А, о, что это такое? О, это Shadow Warrior 3. А вот и Гомик. Ну чё, Вован полип? Давай я его... Давай по нему полип, да, вообще сейчас не надо. В центр, да. А. Идите в центр. Ему, короче, лазером ёбнет и всё, и всё. Нихуя он по мне теперь лазер. Да, дилбак. Как сказал один умный человек. И как его заставить подойти в центр? И стреляй по нему. А что это за символы загораются, стрекоза? Как это, что ли? Ну, я тебе говорю, вот сейчас мы в две еще попадем вот этой херни. Потом откроется лазер, вот он уже открывается, его надо быстрее в центр тащить. Так он, а ну, не... блять, на кого он отвлекается? Он идет туда, куда он не идет. Давайте, да, я его в центре буду держать, а вы там развлекаетесь. Ну все, лазер рип, теперь назад. Ой-ой-ой, он ракеты пускает. Вован, давай все сделай еще раз. Да я это сделаю, вы его тащите просто в центр. То есть на вот эту белую хуйню, да? Да-да-да. Ну, около того. Нихера у него. Слышь, сука, хороший регенец, а ну сюда подошел, блядь, дядя. Вован, начинай. И потом на надгробной плите Ильи написано, въебывался из дома. Карта большая. Давай я помогу, что надо сделать. Ну, видишь вот эти вот джампы. А тебе надо в кольцо попасть. Ну, бля, пидор. Давайте быстрее, сука. О, белоус. Квещи. Давай, Вован. Да погоди, я не, у меня нету фаста. Фаст тревел. Сейчас будет. Не, по нему сейчас стрелять не надо, он на точке стоит. Да, все нормально, чтобы он не отходил хотя бы. Все, вот. Последнюю точку сейчас активируем и нормально. Он уходит, блядь! Ну, он отошел. Да, далеко не отойдет он. Давай, Бабан. Да иду я, вот. Блин, ему ванус. Активирую, да. Я ему в ванус стреляю просто. Чё, куда ты пошел? Эй! Всё, сейчас все будет. Ну, по-моему, отошел. Быстрее, сюда. Кто там его, блядь? Давайте сюда просто подойдите и все. О. Давай, пидор. Червь, пидор. Он что, ебется? Че? Че он делал сейчас? Миллиметр не добил. Это что за припадок у него сейчас был? Вы видели это? Типа ему плохо от луча. Вот это да. Ну, Вован дубль 3. Ну, бля. Давай. Я не могу быстро. Давай. Погоди, тогда научи меня, куда то надо запрыгнуть сначала. Да вон платформа, и на них просто бежишь и все. Надо активировать в тот момент, когда он уже в центре будет. Так что одну какую-нибудь оставьте. Вот одну активировал. Вот, еще одну активируй, вон ту дальнюю. Ага. Этот музон просто. Уже крутой. Будто полька. Но я его вроде как на центр вытянул. Я прыгаю, короче. Все на центре? Давайте, тогда я тоже. Да. Я прыгаю, оп, я прыгну, давай. Ну, Вован, давай. Все. О, сейчас лазер будет. Быстрее. Ну, камон, лазер. Ну. Камон. Камон. Давайте. Еее. Вот это позор. Блять, он на меня упал. Дым. Дым. Тогда у меня вопрос, а если здесь есть ачивка, типа, ни разу не выстрелив, пройти... А как ему снести тогда хп за столько вот за столько? Несколько раз жарить его надо просто. Да, надо просто тупо его в центр как-то загонять. И жарить на масле. Ну все, типа, выход. Ну что, теперь во второй пришесть?
Да, и первое пришествие завершено. А, продолжаем?